Вчера полуося вытащил. От этого муфту менять надо. Тут зубухана. Лучше поменять. Вторая там вот лежит нормальная. Тут негрол лишний побежал. Что тут сливаем негрол? Сейчас сбежит, пока кран приедет. Вот, привезли новый редуктор. Не новый, бэушный, с ремонта. Так, вроде посмотрел, там нормально все. Обтерется, помоется. Как-то так. Бочку привезли. Деревяшки, чтобы подложить. Будем краном снимать. Так, утро у нас началось. То, что мы мост выкатили. Вот его на бочку поставили. Вот так вот. Вот здесь брус вот этот ставили, чтобы не замяло бампер. Вот разобрали уже. Сейчас хотим сальники там внутри поменять. Вот редуктор сняли. Весь он, короче, разобрался. Ни одного болта. Ни одного. А сальники запчасти привезут и сальники на место поставим. И там еще на полуоси муфту надо поменять. Вот запчасти с него повыпадывали, повысыпались. Сейчас еще прокладки сюда повырубаем. И будем собирать. Вот прокладку вырубил. Вот одна там на редукторе, вторая. И вот надо будет здесь вот сальник сейчас вытащил на образец поменять, пока есть возможность. И привезут, надо будет собирать. Вот кран подъехал. Сняли. Мост располовинили, так удобнее, когда из двух половин. Вот одна часть тут, потом редуктор стоял и верхняя часть. Вот новую муфточку привезли, замену вот этой убитой поставлю. Все, мужики, мост на месте, стремянки на месте, осталось их затянуть, кардан прикрутить и полуося вставить, негрол залить. И все. Как-то так.